Привет, народ! Сегодня у нас заключительное видео по этой ниве. Значит, разобраться нам нужно с вот этим узлом. Это у нас лонжерон сгнил. И закрепить тягу, так как нет втулки, разбито все гнездо отсюда. В общем, вот. Да, видно, не видно. Нет возможности. Значит, что я сейчас буду делать? Ну, я не буду показывать всю процедуру. Я покажу, что для начала я усилю вот эту часть, вот этой вот 3-миллиметровой накладкой. То есть приварю я ее вот здесь вот к лонжерону. После чего я установлю вот эту часть. Вот так вот. Опа. И так как здесь разница в высоте металла, то есть этот выше, этот ниже, этим я ее уравняю, эту разницу. То есть установил его сюда, я получу такую ровную площадку. Этот прихвачу здесь, а этот я уже прихвачу к этому. Вот так вот. Здесь остается промежуточек как раз, с которым я и приварюсь. Ну а сюда втулка. Труба ни 15, ни 20 не подходит, потому что здесь диаметр стенки очень толстый. Мне пришлось найти что-то похожее, подобрать. Какая-то тоже втулка была. Заводская вот эта вот. Она получилась короче, ее там походу разбила. Ну, сварил из двух. Все равно и ставлю сюда, потом уже в это. И здесь вот обварю я их. Сам процесс работы, то есть понятен, да? То есть сейчас я буду только варить, все вырезано, все приготовлено. Немножко про настройки полуавтомата. Металл здесь, я уже говорил, тройка. Значит, на... Ну, ты что пришел сюда? Вы, ребята, мне пришли помочь, наверное, да? Иди сюда. Вот ты какой, а? Ну, кыш. Уже выросли. Так, значит, здесь мы устанавливаем тоже тройку. Сейчас его выключу. Мне нужно так. Открываем баллон. На датчике у меня 0,5 стоит. Почти единица. 0,5-0,6 вполне хватает. Так, массу мы туда. Так. Ну все, включаем. Можно даже ставить четверку. Это будет, наверное, получше в данной ситуации, потому что здесь я с дна там не убирал ничего, поэтому нужен быстрый прогрев и быстрая охватка. То есть нет времени на разогрев металла. Максимальным током мы его варим, ждем, там пару прихватов. То есть здесь я буду прихватываться очень медленно, потому как с той стороны ни коврики, ничего я не убирал. Ну что, поехали. Первым делом, как я и говорил, мы привариваем вот эту пластину. Вот так вот. Вот как и следовало, в принципе, ожидать. Здесь у нас вот до сюда водоварилось. Здесь уже фольга пошла, то есть все сгнившее, металл прогорает. Привариваться здесь этой пластине нет смысла. Здесь еще есть крепление. Но моя основная цель была прихватиться вот здесь. То есть удлинить эту площадку. И вот здесь. Здесь я варить сплошным швом постоянно не могу, потому что мне нужно дать возможность успеть остыть полику авто, чтобы там не получилось никакого возгорания. То есть сейчас она приведет, температура придет в порядок, и я дальше навожу опять шов. Вот эта широкая площадка будет являться теплоотводом, поэтому ничего такого произойти не должно будет. Далее я прихватываю вот эту часть. Вот так вот. Здесь уже у меня есть место для шва, то есть я здесь могу нормально прихватиться к этой, так как эта пластина у меня будет приварена вот здесь вот, это ее основное крепление будет. Здесь я установлю вот эту пластину, здесь я уже могу обвариться вот здесь,
здесь, здесь, здесь, здесь, везде. По низу вот здесь вот. А, и также здесь, с этой части. То есть эта пластина у меня обварится очень хорошо и будет держать надежно. В это отверстие у меня как раз и встанет втулка, которую я соединю сразу с тягой и обварю ее. Таким образом я задам ей положение ее в этом пространстве, потому что здесь все выгнило, как вы видите, и установить втулку правильно будет невозможно. Ну, после того, как обварили, снимаем маску, одеваем обязательно очки, ставим шлифовальный круг и убираем лишнее. В частности, вот здесь мне это нужно сделать, потому как оно не даст плотно прилечь к пластине следующей. Готово. Вот видите, металл, не даю ему нагреться сильно, не греется ни полик, ни здесь, одновременно проваривая его. А тут я уже сказал, что варить нет смысла, потому как здесь фольга. Далее я вставил втулку, вставил в нее болт. Болт просунул в тягу. Вот таким образом. И обварил ее здесь. Таким образом я получил направление. Но здесь получился один недостаток. Трубка, для того чтобы трубка вышла и можно было ее обварить с этой стороны, ее пришлось нарастить, так как она бы была утоплена. Естественно, теперь остается мало резьбы. Нужно как-то, вот я не знаю, как оно здесь было, если ее ровно обваривать, то не хватает резьбы для нормальной фиксации тяги. Вот так вот. То есть, мне кажется, придется ее немножко обрезать как-то и как-то мудрить здесь что-то со сваркой. Здесь места много, а вот сверху его нету. Ну вот, закончил варить. Значит, здесь эту я оставил без изменений. Этот отрезок мне пришлось урезать немножко. Здесь снизу все пообваривал. Вот, с этой стороны тоже у меня тут это, так вот, нет, тут я не вижу. Ну и там, в принципе, все обварил, все нормально. Сейчас мастикой все это закрою. Ну вот, самый последний этап. Все установлено, все закончено. Все, ребят, всем пока и до следующего видео.